На Ставрополе проработают возможности использования альтернативных источников водоснабжения. Все это поможет улучшить ситуацию в сельском хозяйстве, которое из-за засухи переживает непростые времена. Водный вопрос обсудили на совещании, которое провел губернатор Владимиров. Как прозвучало, в этом году засуха одна из самых продолжительных за всю историю метеонаблюдений. Это, кстати, негативно повлияло не только на положение в агропромышленном комплексе, но и на подачу воды в некоторых территориях Ставрополя. Поэтому, чтобы такое не повторилось в будущем году, край будет использовать подземные воды для питьевых и технических нужд. Сезон тяжелый по водоснабжению, как-то к концу потихоньку идет, но тем не менее 2021 год нас всех ждет в будущем. И не хотелось бы, чтобы мы также безоружные проходили к этому сезону. К слову, подземных запасов края хватает. На сегодня этот ресурс используется лишь на 22%. Владимиров поручил еще раз изучить запасы воды под землей и составить план, чтобы использовать их в наиболее проблемных территориях. Ставропольский край получит средства на строительство еще одного детского сада. Деньги направят из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Демография». Дошкольные учреждения возведут в Невинномысске. Предполагается, что здание будет двухэтажным. На его территории разместят несколько игровых и спортивных площадок. Еще две общественные территории благоустроят в курортной зоне Пятигорска. Ремонт коснется сквера Толстого неподалеку от Цветника и Лазаревского сквера на улице Пастухова. Площадки обновят, но сохранят исторический облик в духе старого Пятигорска. Все работы выполнят в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Пушкинскую галерею в Железноводске превратят в виртуальный концертный зал. Ее оснастят акустической системой, сценой и большим экраном. На модернизацию памятника культурного наследия направят 2,5 миллиона рублей. Все работы проведут в рамках нацпроекта «Культура». Начался ремонт отрезка трассы Изобильной Рыздвяной. Всего обновят 8 километров дорог. Сейчас на участке ведется демонтаж старого полотна. После этого уложат 2 слоя нового асфальтобетона. Укрепят обочины и нанесут разметку. Реконструкция проходит под эгидой нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».